16 година 32 хвилини. Дозвольте підняти прапор України. Президент дозволяє підняти прапор. Піднімайте. Вітаю воїнів. Пане президент, крім цього, зачистили всі підходи, які були заміновані по місту Артемівськ. І зараз... Уже третий час. Машины гуманитарного груза будут сюда подходить, а ситуация в городе станет нормальной, только здесь будет вода или крыло. Тогда ситуация начнет нормализовываться. Сегодня зашла милиция, это будут усиленные сводные отряды милиции. Военные потихоньку из города выйдут, они будут стоять на боевых позициях вокруг, там, где им полагается. Здесь будет работать милиция, отряды национальной гвардии для того, чтобы был порядок.